здравствуй, самый лучший на свете. Эй, спортсмен! Счастья, жажда рекорда и борьбы, и красный миг. Мастера большого спорта учат рыцарству других. Ну, чаще нужно, чтобы все мы жили дружно. Чтобы провести соревнования, вам нужен опытный судья. Такое видно уж призвание, судьей, конечно, будет он. И еще хочу добавить, и жюри хочу представить. Жюри у нас будет Марфа Никитична. Мы хотим вас пригласить состязание посудить. На первый, второй рассчитай. Первый. А сейчас команды представят. Так, первая команда на два шага вперед. Первые номера. В этих футболках вы далеко убежите. А вам не надо. Молодцы. Мы лучше. А сейчас у нас есть жюри, которое все отметит. Значит, а сейчас команды засчитают торжественные клятвы. Я буду читать, а вы просто говорите «клянемся». Не жалеть ни рук, ни ног, растрясти чуть-чуть жирок, чтоб быстрее черепахи бегать ты быстрее смог. Клянемся! Честь команды защищать и доверие оправдать. Ну а если проиграем, все равно не унываем. Клянемся! Всем сегодня помогать, где держать, а где толкать, и соперникам подножку ни за что не подставлять. Клянемся! Здоровье в порядке, спасибо зарядке. А сейчас для всех пришедших на этот праздник проведем зарядку. Там бегать не надо, поэтому все вставайте и проведем зарядку. Все. Так, музыку нам. Марфа Никитична. Здравствуй, самый лучший на свете стадион моей мечты. Одержимость, путь к победе. Марфа Никитична. Василий. Нам с тобой дружим, это не сон.
после борьбы грандиозной верим огненным сердцам, слава дерзким виртуозам, вдохновенным мастерам, гордый свет имен легендарный. Программа. Будет вести ее Анна и Вячеслав. Так, давайте пламя строится вот к левой фишке, а огонек. Молодцы, давай. Отлично. И в конец колонны. Молодцы. Поддерживаем команду своих. Я что-то не слышу, что им не болеет никто. Давай. Молодцы. Отлично. Молодцы. Давай. Давай. Молодцы! Давай. А поддаваться соперникам нечестно. У нас спорт. Соперникам не поддаемся. Отлично. Вот это вот за. Так, капитан мячик вверх поднимает, чтобы нам. Давай. Нет, все, стоп. Первые у нас команда. Так, это у нас команда. Пламя у нас выиграло в этой эстафете. 1-0. Так, ну минутку отдыхаем или сразу пошли? Запиши. Пока вы отдыхаете, я вам буду дальше рассказывать. Следующая у нас. Так. Где мои простогалки? Турции. Вот, собрала все помидоры с огурцами, передала, встает в конец и так далее. Значит, внимание, марш! Молодцы. И собираем. Это как в лесу за грибами, я так понимаю. Надо было назвать лесник. Вот, молодцы. Отлично. И в конец колонны, чтобы видел капитанов я. А соперники-то лучше собирают. Наверное, дачный сезон у них на ура, да, на разгаре. Готовятся к сбору картошки. Вот, молодцы. Молодцы. Ну, пламя, давайте. Вы же у всех есть огород.
Молодцы, давай. Отлично. Вот. Ай, назад, мячик, пожалуйста, положить. Вот, не торопимся. Молодцы, хорошо. Участники, поддерживайте своих односельчан. Сбор. Пламя что-то затихло, проигрывает и затихло. Пламя, давайте. Молодцы. Все, молодцы. Давайте. Осталось чуть-чуть. Еще три наклончика. Вот, это молодцы. Ну, кто сильнее? Осталось у нас по два человека. Огонек дает. Огонек-то последний человек пошел, пламя. А, не спешим. Есть время. Не, берем мячик, берем. Пламя. Огонек. Победил. Огонек победил. Вот. Нет, Дмитриева. Дмитриева. Ирина. Николаевна. Николаевна. Хорошо.
Лена, извиняюсь. Ланя выиграла. Так, ну, теперь у нас подходят капитаны. Конкурс у нас капитанов. От пламя и огоньки. А участники вот могут встать, вот развернуться. Да, вот сюда участники рядом. Давайте. Им нужно открыть бутылочку. Ну, я думаю, и вставить туда коктейльную трубочку. И содержимое бутылочки выпить из этой, кто быстрее выпьет. Ну, надо открыть бутылочку. Не открывать, подождите, не подождите. Так, коктейльные трубочки еще. Коктейльные трубочки. Боречка, давай, дорогой мой. Так, из горлышка пить нельзя. Из горлышка пить нельзя. Только трубочка. Болтай где, чтоб пена была. Ой. Помогать нельзя, да? Все, открываю. Готовы? Подождите, на старт. Не роняем. Рот. Все складываем в ведерки. Быстрее ешь, осталось немножко. Ну выиграть это только нам. Давай. Давайте, поэтому победила они выиграют, спортивная дружба. Ура! А теперь я предлагаю спеть такую нашу детскую спортивную песенку. Удивляются даже доктора, почему я не болею, почему я здоровею всех ребят из нашего двора. Потому что утро рано заниматься мне гимнастикой не лень, потому что водой из кармана обмываюсь я каждый день. Физкульт! Ура! 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 Михаил Иванович, иди сюда. Как вас зовут? Валентина Ивановна. Здорово. А вас? Дипломом награждается команда «Огонек». Участник спортивного праздника, посвященному Дню физкультурника. Желаем дальнейших успехов, бодрости, духа и удачи. Команда «Огонек»! Ура! 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 Держите. Дипломом награждаем. Физкультура! Ура! Коля! Не. Пока не одевай. Это команде. Ну ладно, давай. Благодарственное письмо. Сегодня обмываем. Организация города Тосно, Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, благодарит отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Тосинского района за помощь в организации спортивного праздника, посвященному Дню физкультурника. Желаем им дальнейших успехов. Спасибо.
Награждается грамотой за достижения в спорте Калько Татьяна Николаевна. За красоту и здоровье. Спорт здоровье укрепляет и характер закаляет. Помогает стать сильней, новых обрести друзей. За победы, достижения, к ярким подвигам стремления. Эту грамоту вручаем и от сердца поздравляем. Спасибо. Грамотой за достижения в спорте награждается Поречна Людмила Константиновна за бодрость духа. Благодарю! Служу отечеству! Грамотой за достижения в спорте награждается Дмитриева Ирина Николаевна за ловкость. Грамотой за достижения в спорте награждается Третьякова Валентина Ивановна за спортивную сноровку. Грамотой за достижения в спорте награждается Власова Тамара Григорьевна за успехи в спорте. За достижения в спорте награждается Николенко Зинаида Андриановна за силу и ловкость. Служу совету ветеранов. О, как хорошо, молодец. Грамота за достижения в спорте награждается Быстрова Нина Николаевна за задорный звонкий смех. Да. Грамотой за достижения в спорте награждается Ластовка Татьяна Семеновна за спортивное здоровье. Мы должны все поблагодарить Татьяну Семеновну за тот сценарий, который... Грамотой за достижения в спорте награждается Семенин Вадим Викторович за молодость. За рост! Служу районной ветеранской организации. Грамотой за достижения в спорте награждается Петрова Галина Алексеевна за спортивные победы. О, грамотой за достижения в спорте награждается Колесов Борис Васильевич за быстроту и ловкость. Грамотой за достижения. За достижения в спорте награждается Дмитриева Тамара Дмитриевна за спортивные успехи. Татьяна. А кого мы не наградили? Дмитриева Ирина была уже. Нет, Тамара. А у Галины что-то я не вижу. Ай, вот мы. Ну, это не Дмитриева, это Рубинникова Мария Аркадьевна. А кто сказал? Посвященному Дню физкультурника за принципиальность и спортивный характер. Ура! Спасибо! Ура! Характер! Я бы без характера. Вася налетели. Так. Награждается дипломом Поречный Михаил Иванович, одержавший победу в конкурсе капитанов в рамках спортивного праздника, посвященному Дню физкультурника. Ура! Ура! Тоснинский совет ветеранов войны и труда. Даем. Берем. Слушайте, мы тут большой ветеран. Так, спортивный проект. Фотографироваться. Так, команды, внимание.
значит, крупнее, чтобы на эту площадку вместили. Чтобы вместились на площадку. Подтянитесь сюда, 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 подтянитесь сюда. Сюда, сюда, вот сюда подтянитесь. Он сказал, чтобы медаль была. Сюда, туда, туда, да, 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 да. Еще немного, еще немного, еще. Вот так, еще немного, еще немного, еще немного, еще немного, еще немного, еще немного, еще немного. Так, Николай, встань хорошо. Вот теперь, а теперь наверх. А никак не залезть. А, не сможете, ну ладно. Так, все видно. А вот это вот сами не забудьте встать. Серединку вот туда. Я сегодня же отвечал. Так, только не закрывайте друг друга, смотрите, все четко, значит. Грамоты держите, грамоты держите, грамоты. А где моя эта грамота? Белая фотосессия. Ладно. Ой, так не грамоты. Давайте бочку. Давайте бочку. Да. Открыть грамоту, чтобы педаль подать. И гимнастика для шеи, чтобы была видна тоже. Видна, видна. Шея. Или шея, чтобы видна была. Ну кто команду даст, не Мария? Чиз. Не Мария? Марш. На два аппарата снимается, на два аппарата. Внимание! Да что ты будешь делать время? Сейчас.